Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня находимся на Белорусском вокзале. Почему мы здесь находимся? Потому что мы встречаем нашего клиента, который только что прилетел из Варшавы. И вот результат поездки. Американская виза. Привет, расскажи немножко о себе, откуда ты, как тебя зовут? Здравствуйте, зовут меня Даниэр. Родом я из Кыргызстана. Ездил по рабочей визе в Варшаву, в Польшу. Там же получил американскую визу. Скоро поеду покорять Нью-Йорк, так что берегитесь, нью-йоркцы. Супер. Первый большой шаг сделан уже на пути к США, к мечте. Да, к моей заветной мечте долго к этому шел. Эмоции захлестывают, до сих пор не верится. Интервью было немного сложно для меня, потому что перед камерами я теряюсь. Но тем не менее смог собрать волю в кулак и проявить себя с лучшей стороны. Тем более я с вами заходил, поддерживал. Огромное спасибо Илье, Алексею, спасибо большое Татьяне. Так. Спасибо тебе большое за интервью, мы очень за тебя рады, это классный результат. Американская виза получена в Польше, так что удачи тебе. А мы будем ждать следующих ребят, которые задерживаются, тоже едут из аэропорта. Спасибо, друзья, до новых встреч.